Он утром гулял с собакой. В районе, где идут земляные работы, питомец обратил внимание на странный предмет, торчащий из земли. По форме и размерам он напоминал противотанковую мину. Журналист немедленно позвонил в полицию. Те, в свою очередь, вызвали саперов. Как краевед-историк могу сказать, что рядом был немецкий аэродром в годы войны. Вполне возможно, если это действительно мина, были заграждения минные. Это одна из них осталась. Я не уверен, что это, если это мина, это она последняя. Все-таки надо поискать на пустыре еще. Сотрудники полиции обеспечивали безопасность в районе потенциально опасной находки до самого вечера. Пешеходов и автомобилистов просили выбирать другие маршруты. Официальных комментариев по поводу ЧП пока не предоставили.